Парад красоты прошел в Люберцах в минувшие выходные. Девушки из разных городов Подмосковья приняли участие в празднике. На нем побывали и мои коллеги. Платье и хорошее настроение – главные условия участия в параде красоты. Екатерина Прибиткова – мама пятерых детей и бизнес-леди на празднике впервые. Вместе с ней ее группа поддержки – супруг и дети. Это интересное мероприятие и для детей весело, мне кажется, будет. У меня хорошее настроение, хорошая погода и сегодня. Все дети радостные, счастливые, мы всей семьей пришли отдыхать. Рада жена, рада, значит, счастлива семья. Стройной колонной участницы парада прошли от главного входа Центрального парка до сцены, где девушек встречал духовой оркестр. Всего в этом году было 30 участниц из разных городов Московской области. Из Люберец 7 представительниц. Здесь мы чествуем вообще красоту. Мы хотели донести, чтобы они чаще обращали на себя внимание, как они выглядят, чтобы чаще наряжались, чтобы ходили в парки красивые. Парад красоты – это день в середине лета, день красоты, день, когда женщина может, наверное, вот своим существом и своей красотой радовать всех. Парад красоты – это не соревнование, в нем все победительницы. Радовали своей красотой как девушки, так и замужние женщины. Пока мамы наслаждались праздником, дети играли с аниматором. Для участницы гостей прошел мастер-класс по танго. Меня пригласила подруга, и вот я решила за компанию сходить, посмотреть, что это за парад, что здесь интересного происходит. И как вам? Очень нравится. Здесь, ну, еще больше ты можешь встретить таких людей, и это очень важно, я считаю. И на самом деле самооценка женская очень даже повышается. Так что мужчины, поддерживайте тоже женщин. Парад красоты проходит в Люберцах уже второй раз. В планах организаторов сделать его ежегодным. Анна Слояковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.